Шутки. Мама, вчера, когда я играл на барабане, пришел дядя Коля, который живет на втором этаже. Что он сказал? Мама, дядя Коля очень хороший. Он дал мне нож и сказал: «Посмотри, что в барабане». Бедный молодой человек полюбил богатую девушку. «Ты такая богатая», — сказал он. «Да, у меня миллион долларов». «Ты выйдешь за меня замуж?» «Нет». «Я так и думал». «Зачем же ты спросил?» «Я хотел узнать, что чувствует человек, когда теряет миллион долларов». «Папочка, купи мне барабан». «Сынок, дай мне отдохнуть. У меня на работе и так много шума». «Купи, папочка. Я буду на нем играть, когда ты будешь спать». Учительница спросила: «Пэт, если у тебя есть доллар, и ты попросишь у брата еще один доллар, сколько у тебя будет денег?» «Один доллар, мисс. Ты плохо знаешь математику». «Это вы плохо знаете моего брата». Звонок. Дантист открывает дверь и видит 10 мальчиков. «Мне нужно вырвать зуб», — говорит один. «А твои друзья?» «Они пришли послушать, как я буду кричать». Шерлок Холмс и доктор Ватсон путешествуют пешком. Когда они шли по лесу, наступила ночь. Они поставили палатку и легли спать. Ночью оба просыпаются. Холмс спрашивает: «Ватсон, о чем вам говорят эти звезды над нами?» «Они говорят мне о том, что завтра будет прекрасная погода». «А вам?» «А мне они говорят о том, что у нас украли палатку». Один молодой человек пришел в зоомагазин. Ему понравился толстый красивый кот. «Сколько стоит этот кот?» – спросил молодой человек. 1000 рублей, – ответили ему. «Как?» «На прошлой неделе я заходил в ваш магазин, и этот кот стоил тогда в 2 раза меньше». «Да», – сказал продавец, – «это правда. Но за эту неделю он съел 2 самых дорогих попугаев, которые были в нашем магазине». «Недавно я встретил на улице одного своего знакомого, который бежал с каким-то свертком в руках. Я с трудом остановил его на минутку». «Куда ты бежишь?» «Вот купил жене шляпу и хочу успеть домой, прежде чем изменится мода». Полицейский останавливает на дороге плотно укрытый воз и спрашивает крестьянина: «Что вы там везете?» «Сено», — шепотом отвечает крестьянин. «А почему вы так тихо говорите?» «Чтобы лошадь не услышала». Задание 1. Ответьте на вопросы. Какая шутка вам понравилась больше всего? Какая шутка вам больше всего понравилась? Переведите ее на ваш родной язык. Расскажите свою любимую шутку.